Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православный праздник Афиногея Бей. Народный праздник называют Афиноген Тихий. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Афиногена Тедохвойского, епископа и его 10 учеников. Совершает память святых отцов 4-го Вселенского собора, мученика Павла и мучениц Алевтина и Хионии, мученика Антиоха, братья Севастийского, мученицы Юлии Девы, блаженной Матроны Анемнятской, Беляковой, исповедницы и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также православная церковь празднует иконы Божьей Матери Чирская, Псковская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим мир иной.